Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Одинцовскому городскому округу совместно с представителями управления образования и наркологического диспансера провели встречу с родителями в средней общеобразовательной школе номер 3. Лекторы рассказали о наркозависимости, признаках употребления наркотических средств, новых видах наркотиков, а также о том, какая ответственность предусмотрена за совершение противоправных действий в сфере незаконного оборота наркотиков.